на боковой и... Так же быстро красноярцы его потеряли, но обрели. Лена на месте на мли получает мяч под левой ногой, прострел и урлакс. Подходит к концу первый тайм. Совсем чуть-чуть остается играть. Максимум на 1-2 атаки времени команд. Елена слева так и остался по эпизоду. Она мне расположился в центре. Вот. Не помните, да, так разобраться.